что 90-е. Лихие, святые, прости господи. В витрине шинель и папаха единственного нашего сотрудника со званием генерал-лейтенант милиции Вилата Александровича Белобородова. Тоже 16 лет в руководстве Севастопольской милиции. Начальник УВД Севгорсполкома, УВД Севастопольской городской государственной администрации УМВД Украины в городе Севастополе. 90-е, помните, какой был ужас, какой был всплеск преступности. После убийства главного редактора Славы Севастополя Иванова в Славе было опубликовано обращение гарнизона Севастопольской милиции, земляки севастопольца. Кощунством было бы нам пропустить на наши улицы эту нечисть. Это наш героический город, отданный столько прекрасных жизней. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы порядок на улицах был восстановлен и чтобы каждый преступник понес заслуженную кару. Будьте с нами, вместе мы победим. Сколько тогда появилось новых организаций? Появились организованные преступные группы, появился отдел по борьбе с организованными преступными группами, а в его составе спецподразделение «Сокол». Вот на этой фотографии во втором ряду, третьей слева, Сергей Николаевич Шидин, командир «Сокола», внук первого начальника Красной милиции Севастополя Федора Алексеевича Подкопаева. Оба ХСС переименовали в ОГСБ, потому что поменялись формы собственности. Работа была море. У нас в витрине благодарственное письмо президента Национальной академии наук Украины Патона нашему УБОП. Тут не сказано за что. Ветерана спросила, за что благодарили. Вот теперь наших цитирую. Не дали бандюкам отжать здание Института биологии Южных морей. Мы своей истории не вычеркиваем ничего. У нас даже знамя УМВД Украины в городе Севастополе в витрине есть. А экспозиция посвящена людям, которые отличились своим высочайшим профессионализмом. Вот, например, Александр Александрович Лубиной, уголовный розыск, 300 раскрытых тяжких и особо тяжких. Михаил Анатольевич Ануфриев, 500 раскрытых тяжких и особо тяжких. И личное множество. Вот этим ребятам в украинской форме русский Севастополь в мае 2014 года поставил памятник героям, погибшим, спасая детей. Андрей Юрьевич Осанин. 1 июня 1998 года в Севастополь прибыл поезд из Москвы. Дети, чтобы отдохнуть на южном берегу Крыма. Детей посадили в автобусы. Колонна пошла по Елтинскому шоссе. Такие колонны всегда сопровождают машины ГАИ. Головной за рулем капитан милиции Осанин. Машина идет с проблесковым маяком. Все встречные обязаны принять вправо, остановиться. Все так и делают. А вдруг на скользком после дождя шоссе в лобовую на первый автобус с детьми снесся на огромной скорости пассажирский карус, у которого, как потом было установлено, отказала вся система управления, в том числе и тормоза. И Андрей остановил вот этот карус своей машиной. Посмертно ему присвоено звание майор милиции. Ни один ребенок в тот день не пострадал. Так совпало. Это было 1 июня, праздник, День защиты детей. Женя Скоробогатов, сержант, патрульно-постовая служба. Апрель 2009 года. Мальчишки попали в беду Малахова кургана. Гуляли вчетвером. Двое остались на улице, двое забрались в заброшенное полуподземное помещение бывшего командного пункта. Что-то там зажгли. Через некоторое время туда пошел такой ядовитый дым. Дети не выходили, не отзывались. Оставшиеся на улице ребята стали звать на помощь. Все наши средства массовой информации как под копирку написали. Мимо проходил сержант милиции Скоробогатов. Согласно материалам уголовного дела, мимо проходила толпа народа. Женя единственный, кто бросился на помощь. Он не знал, что дети мертвы. Он очень хотел их спасти. Он ушел под землю и не вернулся. Вызвали МЧС. Тех сотрудников МЧС, которые туда сунулись без спецзащиты, увезли очень быстро в реанимацию с сильнейшим химическим отравлением. Только через сутки была разрешена спасательная операция. И тогда тело Жени Скоробогатова было обнаружено в 200 метрах от входа. 200 метров он прошел в поисках детей в помещении, где не было ни капли кислорода. Посмертно награжден орденом за мужество третьей степени. Еще помните нашу историю в июне 2011 года, когда наши сотрудники предотвратили взрыв гранаты в Стрелке. Вот эти трое ребят. Раздался звонок в Гагаринском райотделе. Люди в состоянии аффекта ничего толком сказать не могут, назвали только адрес. Вот выехали трое. Сатонин, Алексеенко, начальник райотдела Рожевец. Каким-то чудом, как вот Алексеенко сказал, чего мы взяли с собой броники, ума не привожу. Ну вот взяли с собой броники. Вот влетают они во двор, а во дворе на скамеечке сидит человек совершенно белым лицом и сжимает гранату без чеки.
Что случилось? Его отец поскандалил, будучи пьяным со своими соседями, стал размахивать гранатой, потом догадался вообще чеку вытащить. Сын схватил гранату, зажал руками и бросился на улицу. Соседи бросили звонить в милицию. Я повторю, состояние аффекта, никто ничего толком сказать не мог. Вот стоят они напротив этого человека. И что ты будешь делать? Сатурн шаг вперед, перехватывает гранату, зажимает ладонью. Сверху еще две пятерни Алексеенко. Стоят друг напротив друга, граната боевая в руках. Аккуратненько, крабиком, сумели сесть в машину, за руль сел Ржевец, начальник Гагаринского райотдела. И потом сказали, берите отсюда Ржевца, на него заведено уголовное дело, там за что-то через несколько лет. Не уберу, он был за рулем. К этому времени уже всех собрали, и КАИ, и ППС, и Беркут, все оцепили, решили взрывать на пляже Солнечную эту гранату. И машина по нашим дорогам пошла. Руки уже не чувствуют, что мы сжимаем гранату. Сил больше нету. Тряхнуть никак нельзя. В общем, каким-то чудом доехали до пляжа Солнечный. К этому времени уже сумели разогнать отдыхающих, которые требовали объяснить, по какому праву их лишают. Сколько вежливости должно быть у людей, да, сколько терпения, чтобы вывести из-под смертельной опасности. Вечером, все телеканалы севастопольские успели сбежать туда, пока эти ехали медленно. Вечером нам в новостях показали, какой столб воды поднялся в акватории, когда туда бросили гранату. Ну, у нас бывают моменты очень интересные. Между знаменитый Беркут, о котором сегодня еще будет сказано. Дайвинг не для удовольствия. Это ребята после задержания преступников на дне Севастопольской бухты. Тогда еще Колбин командовал Беркутом, принесли мне эту фотографию, ему звоню Сергею Николаевичу, что преступники на дне делают. У него времени не было объяснять. Он сказал, коротко, кабели тырят. В общем, телекоммуникационные кабели, да, их там вырезают на дне, на цветной металл ставят. А как их там выследить на дне? И скрутить. И между тем это получалось. Еще одна фотография наша замечательная. Знаете, для масштабирования, вот когда снимают место происшествия, там какие-то вещественные доказательства кладут, то коробочек, то линеечку, а тут наши орлы. Это на крыльях балаклаве, такое производство домашнее, ангидриды уксусной кислоты, это прекурсор. Смотрите, что положили. Том Уголовного кодекса Украины. Наши орлы, сейчас они вроде государственная служба охраны. Это уже такое уникальное учреждение. Наши ребята заняли второе место, на всеукраинских соревнованиях, ровно лучшие по профессии. Вот эта фотография вообще замечательная. Все люди спрашивают, это он верхом. Жаль, фамилия у парня Буданов, не повезло ему. Что делать? Наши знания. Так. Динамо. Где Динамо, где я и вообще без подготовки. Я говорю тут коротко. Это далеко не все, что у нас есть. Вот Филяра Эдена Казакова, капитан милиции, была два победителя всесоюзных соревнований по стендовой стрельбе. Это лишь небольшая часть кубков, грамот за успехи, за победы в спортивных соревнованиях. 2008 год. Севастопольский «Беркут» был направлен в состав миротворческого контингента ООН в Косово. Ну вот пока не начались события на Майдане, вот эта фотография мне казалась самой страшной из нашей новейшей истории. Это щиты наших севастопольцев-миротворцев. 17 марта 2008 года в Косовской Митровице они встали в стену между мусульманами и православными. Многие ребята были ранены, посмотрите, что там со щитами. Вообще пытались нас, конечно, украинизировать как могли. У нас в экспозиции есть два экспоната одного года рождения. Один просто потрясающий по своей наглости. Посмотрите. Как это называется штучка? Вымпел. Вымпел с надписью 90 лет УМВД Украины в городе Севастополе. УМВД Украины. Почему-то они с 802 года считали, когда была двухная городничья учреждена. Почему-то только с 1919. И второй экспонат того же года рождения.
когда вот это вот потрясение прошло, после того, как обнаружили орден Василия Ивановича, оно сменилось воодушевлением, и наши ребята из пресс-службы сняли 30-минутный документально-художественный фильм «Василий Бузин всем тем, кого оставил на земле». Это кадры с фильма. Помогали еще наши исторические клубы. Награжден различными дипломами, в том числе и международного конкурса «Золотой Георгий» по фильмам по правовой тематике. А это журнал американский. Называется National Geographic за 2011 год. На развороте фотография 9 мая 2010 года. Наша улица Ленина. Идут наши ветераны МВД, ОВД, органов внутренних дел, с портретами погибших, пропавших без вести сотрудников Севастопольской милиции. А ведь тогда еще словосочетание «бессмертный полк» не существовало. В центре наш замечательный Исаак Наумович Слуцкий. Я ему безмерно благодарна, у него фантастическая была память, его не стало в июле 2011 года. Когда я пришла работать в музей, у нас было очень много фотографий черно-белых 50-х, 60-х, 70-х годов, на которых не было аннотации. Вот Исаак Наумович написал везде карандашиком время, место, события, должность, звание, имя, отчество. Память была фантастическая. В общем, нас украинизировать не удалось. Но с Украины сами знаете, что случилось. Начался Майдан с мирного протеста, который мы оседлали на правосеке. Потом мы с ужасом смотрели, что творилось с нашими милиционерами на киевских улицах. Сейчас вот они все-таки снесли Десятинный монастырь или нет. Я попыталась найти информацию. Вот монахи Десятинного монастыря, это как раз на улице Грушевского, вот позади наши стоят севастопольские ребята. 10 часов молитвенное стояние, зимняя ночь. Ботиночки на тонкой подошве, чтобы предотвратить вот это вот все. И, по-моему, с ними уже расправились, если я правильно понимаю, там Зеленский приказал с этим монастырем расправиться. Здесь же на Грушевского вот склон, видите, склон и здесь склон. И тут из фанерок, из картонок ребята установили стрелочки, которые ведут к тем населенным пунктам, откуда они прибыли. Это Донбасс и крымские города, т.т. А вот в эту сторону идут две стрелочки. На одной написано «Обезьяны» 50 метров, на другой «Рождены в муках». Вот обезьяны. Вы помните же наверняка, это 24 февраля около нашей госадминистрации прозвучал этот жуткий рассказ, который называется «Зеркало». Помните? Знаете, да? Когда эти мирные протестующие женщины подошли к нашим мальчишкам севастопольским ребятам из внутренних войск, которые стояли поперек на Грушевского зеркалами, а на уголке каждого зеркала черная ленточка. И вот так со смехом в лицо, и скоро эти портреты будут стоять в квартирах ваших родителей. Вот до какой степени надо расчеловечиться, чтобы такое? Поэтому правильно наши ребята написали. Обезьяны. Даже не стали писать без ошибок. Все так и надо. Ну вот, сейчас часть у вас экспонатов. Смотрели мы, конечно, с ужасом на все, что там происходит. Переживали, молились страшно. Вдруг 24 января 2014 года на телеканале 112 Украина. Помните, был такой адекватный? Вдруг включают веб-камеру на Грушевского и в прямом эфире нам показывают, как милиция погнала вот этих протестующих по улице. Оказывается, сейчас в Академии МВД этот момент изучают. Академия МВД России. Да, работу спецназа. Там 15 или 17 минут. Великолепная работа, дубинками туда-сюда, разогнали всех, всех выгнали. Потом сфотографировались ребята, и только когда они вернулись уже с севера Крыма, я узнала, что увидела в прямом эфире, как работает штурмовой взвод роты милиции особого назначения в Беркуту, МВД Украины, в городе Севастополе. Это были наши. Приказа не было, они пошли без приказа, у них нервы сдали. А вот 19 февраля уже, да, по приказу зачищали улицы вокруг правительственного квартала. Посмотрите, у них трофеи в руках, под ногами, в красных чемоданчиках, дорогущее оборудование для радиослежения бедных, несчастных, мирных протестующих. А потом 20 февраля стрельба, потом 21-е госпереворот. Государство свои правоохранительные органы предало и бросило. Как добирались сюда? Сами рассказывают. 22 декабря, ой, февраля, на площади Нахимова утром встречали севастопольцев. Еще немного было людей на площади. Ребята из внутренних войск, днем патрульно-постовую службу. Ближе к вечеру пришли автобусы с Беркутом. Когда подъезжали к Севастополю,
Сергею Николаевичу Кубину позвонили, сказали, что у вас там на площади что-то. Он сказал, нас ждут ребята, мы едем. Ребята ехать не хотят. Не хотят категорически. Во-первых, они дико устали физически, морально. Во-вторых, они уже видели, как встретили на Западной Украине Беркут. И вы видели, как их ставили на колени. Члены семьи в заложниках. Это вы их выходишь, встаешь на колени, просишь прощения украинского народа, неизвестно за что. И мой вопрос Володе Суходольскому. Это его куртка и шлем. Правда ли, что тех беркутов, которые отказались встать на колени, правда ли, что их убили? Но Володя сказал так, сожгли заживо вместе с базой Беркута. Поэтому детям мы всегда говорим, не дай Бог им когда-нибудь забыть, что для нас сделала Россия 10 лет назад. Не дай Бог. Но приказал командир, деваться некуда. Приехали на Нахимова. Вы все прекрасно знаете, что там происходило. Вы все это видели, либо лично, либо многократно на экране. Ребята были потрясены. Они, конечно, такой встречи не ожидали. Да. Единственное, что они сказали, что они будут в Балаклаве. Вот очень нет, к сожалению, этих кадров, когда они выходят из автобуса. Вот эта огромная площадь людей. Первый инстинктивный жест. Я потом спросила Кобина, почему они так прикрыть себя, потому что они ждали нападения. Даже у нас на площади. За несколько часов до этого, когда патрульная постовая прибыла служба, уже вот они выходят из автобуса, люди с цветами побежали, ребята давали инстинктивно хвататься за щиты. Все, и довели до ручки. Ну а слезы появились, когда ребята как сказали, да, действительно, это было потрясение, они до глубины души все это переживали. Но вот когда подошли пожилые люди, явно фронтовики, в пояс поклонились, вот это была последняя капля. Ну что, 24-го выбрали мы тогда единогласно Алексея Михайловича Чалова. Создан был координационный совет по организации Севастопольского городского управления по жизнедеятельности города. Пока выучишь. Первое распоряжение Координационного совета – создание муниципального подразделения милиции «Беркут». Второе распоряжение 1 марта – муниципальное управление внутренних дел. Все, из-под распоряжения Центрального министерства внутренних дел Украины Севастопольская милиция вышла. В ночь на 27-е «Беркут» ушел на север Крыма, вскрыв оружейку. Тогда же, 27-го числа, на Чангаре была остановлена «Газель» с 810 килограммами взрывчатки, со шнурами, с детонаторами. У людей, которые были в машине, было оружие, они попытались его обнажить, но наши ребята этого не допустили. Документов на право взрывчатки не было, в общем, все это было сдано, куда положено. Сначала наших ребят было только 24 человека, вот на этих трех пропускных, патрульно-пропускных пунктах. Потом уже прибавилась самооборона, потом казачья дружина, про которую так ярко рассказывал Сергей Николаевич Колбин, про эту вольницу казачью, которая там началась. Благодаря им не пропустили. 11 марта был создан оперативный штаб по организации правоохранительной работы в преддверии референдума. И личный состав нацелен на бдительность и на смелые действия в нештатных ситуациях. Вообще надо сказать, что то, что в городе ситуация была поддержана в рамках закона, это сыграло огромную роль в признании результатов референдума. 25 марта создан МВД России по городу Севастополь. В июле утверждены героические знаки. 27 октября на сцене Матросского клуба вручено знамя МВД России по городу Севастополь. Несколько лет назад нашему музею сделали колоссальный подарок, просто невероятный. Набор наград периода Великой Отечественной войны за оборону Советского Заполярья, Ленинграда, Москвы, Киева, Одессы, Севастополя, Кавказа, Сталинграда, за освобождение Варшавы, Праги, Белграда, за взятие Кёнигсберга, Вены, Будапешта, Берлина. Это подарок управления по госнаградам при администрации президента Российской Федерации. Это не Новодело. Это медаль, отчеканенная в 40-х годах. Это, наверное, наш самый-самый дорогой экспонат. Ну и вот здесь все уже повседневная работа МВД России по городу Севастополь. Это обеспечение правопорядка, совместное патрулирование. Лучших участковых у нас регулярно выбирают обязательно.
А это, может быть, вы помните, был такой визит родственников Василия Ивановича Бузина на 35-ю батарею. Да. Помните, приезжали они. Вот тогда мы от Светланы Лавренко узнали, Анна Васильевна, внучатая племянница, что старший брат Василия Ивановича Бузина, Гавриил, в семье которого Вася воспитывался с 9-летнего возраста, когда остался сиротой, старший брат был расстрелян в ходе карательной операции после подавления евпаторийского десанта в Евпатории. Гавриил был расстрелян там. Еще один брат Федор награжден медалью за боевые заслуги, он фронтовик. Ну, это наши тоже любимые. Представлять не надо. Денис Сираев, бывший гаишник, руководитель клуба «Красная армия». Замечательный автомобильно-мотоциклетный клуб. Вот из-за этой фотографии вышел небольшой конфликт с нашим бывшим начальником Василием Ивановичем. Ой, прости господи, Василием Павловичем. Да ты что ж ты будешь делать? Подождите. Василием Петровичем Павловым. Когда мы еще располагались на пятом этаже, формировали экспозицию, ну вот вы знаете, да, что такое период музейной работы раскладка. Да? Когда копии просто раскладываешь, вот у нас стекол не было, витрины, и просто булавочками черно-белые копии фотографий, как они между собой, куда, что. Василий Петрович очень переживал за музей, он прям любил музей. Он иногда присоединялся к экскурсиям и обязательно говорил мне из-за спин слушателей, вот про это расскажите и вот про это. Почему такое? Тут он увидел эту фотографию, говорит, это вы уберите. Василий Петрович, не уберу. Замечательный сюжетный снимок. Вручение в стенах музея Черноморского флота. Паспорта, мальчишки, воспитанника Нахимовского училища. Меня, чтобы здесь не было, ночью приду и ночью сниму. Уехал он. Теперь он министр внутренних дел Кабардино-Балкарии. Знаете, как кот-то с дома, мыши в пляс. Что не так в этой фотографии? Чтобы он себя не хотел. Меня, чтобы не было. Вот меня, чтобы не как... Ну, теперь мы оторвались. Вот он еще раз. Это уже наши кадеты. Это наша знаменитая шестая школа. Фотографии 2017 года, когда первый кадетский класс принимал клятву кадетов в сквере имени Бузина. Сейчас они принимают клятву кадета либо здесь, либо в нашем роскошном зале, таком парадном, где и клятва, и присяга. Не-не-не, это на первом этаже, это где у нас там все белым мрамором и золотом, чисто дворцовый интерьер. Я тоже их видела, представляю, очень красиво. Там очень красиво, туда никого не пускают. Да. Ну вот, тут Татьяна Ивановна наша на фотографии ведет экскурсию для кадет. Ваши памяти принимают участие в парадах победы. А вот это июнь 2023 года. Вот прямо напротив фотография черно-белая, памятник. В апреле 22 года у нас погиб при исполнении служебного долга начальник Севастопольской окружной милиции Михаил Антонович Македон. Он проверял посты, проходил по Большой Морской, услышал звуки стрельбы, ворвался в один из магазинчиков, баров, там, где сейчас хлебный магазин. Ему навстречу бандиты, в общем, выстрелами его убили. И вот поставили ему тогда памятник, и нам поставили задачу. Да наши сами хотели найти это, где же он находится, этот памятник. Прочесали все Пожарово. В конце концов нам помогла Ольга Ивановна Малиновская своими замечательными книгами. Самошин помог. Нашли место, памятник абсолютно разрушен. Вот наши ребята, наши сотрудники его восстановили полностью и заново открыли в июне прошлого года вместе с кадетами. Молодцы. За последние 3 года у нас много объектов появилось в нашей полиции. Открыто Инкерманское отделение полиции, отделение полиции Северное. Целый комплекс зданий, вы знаете, на Паршина, чего там только нет. А еще... Центр кинологии и кавалерии. Да, на индустриальной. Так вот, когда его начинали строить, на месте строительства обнаружили гигантскую лошадиную подкову. Сколько ей лет, вот хотелось бы отдать нашим криминалистам, вдруг они их смогут установить, какого века эта подкова, и что это была за лошадь, если подкова вот такая. Чего? Я говорю, металл-то можно. Металл. Так это где подкову эту нашли? Где сейчас стоит центр кинологии кавалерии? А когда открывали, нам подарили шашку бойца 10-й дивизии НКВД, участника Сталинградской битвы. В общем,
Вот. Еще у нас теперь имя Василия Ивановича Бузина носит отдельный батальон патрульно-постовой службы. Полиция МВД России по городу Севастополя. Второе подразделение в системе МВД России, которое носит имя героя. Первое, разумеется, в Чечне имени Ахмада Хаджи Кадырова. Второе у нас имени капитана милиции Бузина. Все.